Праздник весны и труда в этот раз выпадет на понедельник. Входить в май северяне начнут с трех выходных – 29, 30 апреля и 1 мая. Неделя продолжится по обычному рабочему распорядку, а затем еще 4 выходных. С 6 мая, когда торжественные мероприятия пройдут в Долине Славы, до 9, когда северяне отметят День Победы.